Приветствую вас по данной проблеме, которую вы озвучили. А я думаю, что нужно ответить не спеша, а попробно и довольно-таки вдумчиво. Вот. Что я и попробую сейчас сделать. Значит, вы говорите о том, что, значит, после развода у вас прошло 7 месяцев, ну, с мужем, после развода с мужем прошло 7 месяцев, а вы до сих пор по нему скучаете. Ну, во-первых, почему развелись, нужно здесь сразу определить, из-за чего произошел развод, да, то есть, что послужило причиной для того, чтобы вы расстались, ну вот, ну, разрушили семью, вот, что послужило для этого причиной. А если вы по своему мужу скучаете, значит, соответственно, скорее всего, развода с ним вы не хотели, да, вот, и, соответственно, наверное, хотели сохранить как-то свою семью, да, как-то сделать ее, может быть, ну, более крепкой и так далее. Раз вы, ну, вот, скучаете по нему. То есть понятно, да, что первое, с чего нужно начать, да, это постараться определить, из-за чего вы расстались, из-за чего вы поругались. Ну, вот. И тогда уже будет куда более лучше ясно, какова причина ваших переживаний? Какова причина, может быть, скуки, да, по нем, переживания по нем, вот, и так далее. То есть я думаю, что этот момент вам нужно для себя выявить однозначно. Далее. Если вы по нему скучаете, значит, что? Ну, наверное, в чем-то нуждаетесь, раз скучаете. Значит, вам, наверное, чего-то не хватает. От жизни
возможно. И так далее. Ну вот. И с этим тоже нужно разбираться. Почему не хватает? Чего не хватает? И так далее. Смотреть нужно. Смотреть. Дальше. Он приходил к нам, и мы общались. Пишите вы. Ну, в принципе, это здорово, что он приходил к вам, и вы общались. Это замечательно. Но, знаете, в этой ситуации, на мой взгляд, неясно только одно. Как вы при этом, ну вот, при том, что развелись, да? Как вы при этом общались друг с другом? То есть, почему общались? По поводу чего общались? Рассчитывали ли вы на что-то? Ну, например, на то, что мужчина к вам вернется, например. Или, может быть, что-то еще будет. Вот. То есть это, в принципе, такие довольно важные моменты, если мы говорим именно о, ну, именно о вас. И о том, что с вами происходит. Вот. Дальше. Недавно сильно разругались. Пишите вы. Но, опять же, при этом вы не пишете о том, почему разругались. То есть, что разругались, вы написали, а вот почему разругались, нет. Ну, знаете, если вы, ага, пишете о том, что разругались со своим мужем, то, ну, все-таки желательно, чтобы вы как-то поясняли, почему так случилось у вас или между вами. Почему такая ситуация произошла? Что послужило ее там основанием, да? Например. И так далее. Там это важный момент. И чтобы вам помочь, нам нужна эта информация. И чтобы нам было как-то более понятно, что происходит. Тоже важная информация. Из-за чего поругались. Далее. Значит,
Теперь мне кажется, что вообще не сможем наладить контакт. Ну, смотрите, смотрите, какая получается вещь. Если мужчина рвет с вами контакт и забывает при этом о детях, да, то это означает, что человеку дети, в общем-то, ну, вероятнее всего, не так сильно и нужны. Вот. Не задумывались ли вы об этом? На мой взгляд, это такой очень важный момент. Если мы с вами хотим, опять же, в ситуации разобраться, если мы хотим понять, что происходит, если мы хотим понять, почему так происходит, да? Вот. То есть мужчина делает выбор. Выбор его, мужчины, я имею в виду, явно не в пользу детей. Да? Ваша ли это ответственность? Нет, не ваша. Абсолютно не ваша. Потому что, ну, например, если он вас как-то оскорблял, унижал, там, принижал, мужчина, да, то естественно, что терпеть это вам, ну, не нужно было, не стоило и так далее. И вы, в общем-то, правильно поступили, что с ним прервали связь. Ну, это правильно. Но вы беспокоитесь о детях. Простите, но если мужчина позволил себе, грубо говоря, уйти, позволил себе конфликту перенестись на детей, да, которые, ну, в принципе, вообще ни в чем не виноваты, да, и как бы никакого отношения не имеют к тому, что происходит там вот между вами. Так ли он их любит, детей? Так ли он их ценит, детей своих? Так ли они ему нужны? И если нет, вдруг, если вдруг дети ему нужны не так сильно, то разве это плохо, что он от них отдалился? Как скорее это на пользу детям. Понятно, что они спрашивают. Они хотят знать, где их папа. Это понятно. И вам, как бы, нужно искать какие-то ответы. И пока они маленькие, вы можете говорить им о том, что папа занят, что у папы дела там и так далее. Что папа не может прийти, например, к вам, да? Ну вот. Но как только у него будет возможность, он обязательно это сделает.
когда дети подрастут, они подрастут обязательно, я думаю, не мне вам это говорить. Вот. Когда дети подрастут, вы расскажете им, как есть, если к тому времени отец не опомнится, не одумается и так далее. Одновременно с этим, я рекомендовал бы вам действовать следующим образом. Попытаться наладить все-таки с ним контакт с отцом. Ну, он же все-таки как бы отец детей ваших. И, соответственно, я полагаю, что это будет, в общем-то, правильно, если вы хотя бы попытаетесь как-то дать ему шанс все исправить. Ну или ничего не исправлять, если он этим шансом не воспользуется. Вот. Тут надо понимать, что это уже выбор самого человека, а не ваш. И что вы все, что могли, сделали. Ну, в этой вот ситуации. Так что за это ответственность вы не несете. То, что вам одиноко на душе стало, это проблема ваша. В том плане, что ее нужно решать. Почему вам стало одиноко? Из-за чего вам стало одиноко на душе? Самой. С чем это связано? Ну, нужно об этом подумать. Я полагаю, нужно. Нужно понять, почему вам одной стало тяжело. Нужно. Нужно разобраться с тем, почему это выходит из-под, допустим, вашего контроля. Нужно. Вот, постарайтесь подумать. Ага, по поводу вашего состояния. Ну вот, что вы переживаете за него, думаете, как он там, что делает, как живет. Без вас и так далее. По поводу этого сказать можно так, что это состояние называется эмоциональная привязка или родительский контроль. То есть вы относитесь к нему как к родителю. Как он там? Без вас
например, да, что он там делает. Опять же, без вас. Как ему там живется без вас. Вот. Это родительская позиция. Почему родительская? А, потому что вы сами себя этим глушите. Это вам надо беспокоиться, например, о себе, а вы беспокоитесь о нем. Вам надо смотреть в контекст своей жизни. Вы беспокоитесь за него, ну, боитесь, переживаете за него. Почему? А, потому что очень может быть, что себя вы как раз и не воспринимаете. Именно себя. А вот себя через мужчину, через вашего мужа, вполне. Ну, другое ли это, другое дело, хорошо ли это. Вот. Другое дело, насколько это актуально для вас. То есть, насколько это то, что вам полезно. Насколько это то, что вам важно. Что вам ценно. Понимаете? Вот это, пожалуй, да. Поэтому, с одной стороны, я рекомендую вам побольше думать о себе. Вот. С другой стороны, я рекомендую вам проанализировать все причины, все проблемы, все обстоятельства возможные, по которым вы нет со своим мужем сейчас, все обстоятельства того, почему вы не с ним рядом, не с ним вместе, почему вы развелись и почему разругались. Вот. Постараться выявить причины этого обязательно. И, исходя из них, уже корректировать свое поведение. Исходя из этого, уже смотреть. Что именно вы там, например, могли сделать не так, что он мог сделать не так и так далее. Но однозначно вам нужно становиться более независимым, если угодно. Более самостоятельным, если угодно. Вот это вам нужно сделать. Только так, то есть через обретение самостоятельности,
вы сможете перестать, по нему скучать, ну, по вашему мужу. Потому что ваш муж, он свой выбор сделал. Каким бы он ни был, он его сделал. И это выбор человека. А вы свой выбор как будто бы и не сделали. Возникает вопрос. Что мешает? Возникает вопрос, что удерживает? Либо такая вот родительская позиция, да? Постоянная родительская позиция. Либо непринятие себя, либо страх. Какой-то некий определенный страх. Может быть, страх перед будущим, например. Может быть, страх перед чем-то еще. Много разных вариантов, может быть. Но однозначно, что ваше состояние не пройдет, пока вы сами не поймете, что за ним стоит. Пока вы сами не проанализируете, что за ним находится. Что за ним кроется. Вот. И тогда будет все куда более проще вам. Вам будет проще понять, откуда скука. Откуда, грубо говоря, нереализованная энергия у вас. Почему она, эта нереализованная энергия, никуда не девается? Ну, почему она остается с вами? Не исчезает. Что ее удерживает? С вами. У вас. Какие блоки на пути к этому стоят? Понимаете? Вот это, пожалуй, и является, это, пожалуй, и является самым главным, о чем вам стоит подумать. Почему вы не принимаете выбор своего мужа? Не способны, не хотите, боитесь чего-то. Или что-то еще. Подумайте об этом. Я надеюсь, что вам это, в общем-то, даст определенную пищу для размышлений. Вот. И вы к чему-то придете. Ну, к чему-нибудь, я надеюсь, придете. И либо вы сможете жить дальше своей жизнью самостоятельно, либо вы так и будете постоянно нуждаться в своем муже, который хочет с вами, хочет без вас, который вообще-то не особо о вас переживает и о детях. Тоже. Но знает, как это не
парадоксально. Но знает, что вы переживаете о нем. Кстати говоря, может быть, именно это, то, что вы переживаете о нем, переживаете за него, и послужило основанием для того, чтобы человек от вас ушел. Ибо подобная родительская позиция далеко не каждому по душе. Это тоже то, что нужно вам постараться понять и принять по возможности. А еще лучше, чтобы вы скорректировали свое поведение, дабы этого больше у вас не происходило. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку Губератамович, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!